Сделали ржаной, небольшой, только полкило. Дети запрещают, но я попробую корочку. Какой вкусный хлебушек ржаной. Я корочку. Ой, он не режется даже. Крупу нет, одна перловка. Ну что, мы хлеба наелись. Артём такой молодец. Кстати, Артём приготовил нам такой вкусный хлеб. По инструкции. По инструкции. Расскажешь потом свой рецепт? Сфотографируй так. Сфотографируешь? Да. Мы вам сейчас сфотографируем рецепт. То есть 11-летний ребенок спокойно может приготовить хлеб. 11-летний. А ты сколько? 13. Ой, блин, заговорилась. Но вообще паники у нас нету. Что касается коронавируса, продукты мы не скупаем. Стараемся часто мыть руки, как говорят. Но больше всего, конечно, переживаю за своих детей. Да. И за бабушек, дедушек, маму и папу. Все-таки они уже взрослые, поэтому я их контролирую пристально. Если чихнут, сразу вызову скорую. Ну, как-то так. Принеси рецепт. Все просят рецепт хлеба. Ну, сейчас. А вчера ты тоже хлеб по рецепту да. делал? Тебе какой бы нравился больше, белый или ржаной? Белый. Мы два мы вам сейчас рецепт сфотографируем. Вот такой вкусный хлеб получается. Даже я стала его есть. Итак, рецепт домашний белый хлеб. Пиликает у меня. И сейчас покажу ржаной. Динозавр. Ой, вы похожи. А! Ой, чего? А что? Нельзя же говорить, мы должны отказывать, что у нас на лбу. А вы что, не знаете, что у вас на лбу? Не знаю. Нет. Я, может быть, кошка. Так, ну, значит, все, я динозавр. Я тоже с вами хочу. Нет, ну, я тоже хочу с вами. Иди, дай Ларисе поменяй. Я не знаю, кто я. Да. Кто я? Давай. Я дерусь с мечами, с топором. Нет, нет. Ладно. Если с одной штукой. Тихо. Не, шкаф не ломай. Девочка? Да. Тихо. Девочка. Я боюсь этой профессии. Да. Очень боишься, плачешь. Да. Угадал. Мужчина, да? Да, ладно, ты мужчина. А кто я еще? Ты дерешься с кем? Дерешься ты. А, я, да, воюю. Ну, задавай быстрее вопрос. Я страшный? Ты страшный, да. Нет. Да. Нет. Прям как коронавирус. Ну, давай. Ага. Ну, давай быстрее вопрос задавай. Так. Вирусы такие, пузыри. Ну! Тихо. Ну давай. Я сама есть. Нет. Нет. Не земная и не какая не человек. Не человек. Вам какая земная? Мифическая. А, мифическая. Земная. Да. Эпический, так. Мифический. Страшная? Страшная. Мы же тебе тоже задавали вопрос. Мы страшная, же... очень страшно. У-у-у, боюсь. Мы же тебе говорили, что ты страшная. Как? Страшная. И большая. Да, и не человек. И большая. Ай, кто ты? Страшная, большая, не человек. Глыба. Глыба. Это ответ ваш? Нет, это вопрос. Ну, большая глыба, такая, да. Ну, еще раз задайте вопрос. Глыба, вы большая? Гигантская. Гигантская, страшная. Ты так была близка к цели? Да. Однажды. Первым ответ. Практически скажи, отгадали. Кто ты? Конь. Что ты? Кто ты? Конь в пальто. Ой. Да, ну-ка. Динозавр. Это. Ну кто? Сказочный герой с крыльями. Похож на динозавра. Большой. Летучий корабль. Хищник. Хищник. Какой корабль-то? Хищник. Баба. Я сочувствую. Баба-яга.
Не, ну что, хищник. Похож, бабыга на динозавра хищник. Бабыга с крыльями. Бабочки родненькие, я не знаю. Баба! Ну спросите, какого он цвета. Может, цвет у нас спросить? Да, цвет какой. Как это называется? Я должна цвет назвать. Зеленый? Да. Ну, елки-палки. Ну, динозавр только с крыльями. Ну, а как он по-другому? Сказочный герой. Вот, с крыльями динозавр. Ну, сказочный герой. Сказочный герой, как? С крыльями динозавр, как называется в сказке? Баб, ты сказочный. В сказке. Ой. Да. Как он трехглавый-то? Ну, задавай вопрос. А, я задаю вопрос. Ты покажи свой лоб. Давай. Да, все. Я человек? Да. Да. Женщина, мальчик? А ты... Я женщина? Нет. Сильный мужик? Ну да. Ну да. Все. В смысле опять все? Ты всего вопроса. Ну я же должна сказать. Супермен! Да. Нет. Never seen him when I said this moment.